Ишемическая болезнь сердца, осложненная проблемами с митральным клапаном, а он, проще говоря, отвечает за ритмичность сердечных сокращений. А потому пациентка, женщина старше 60, без операции обойтись уже не могла. При этом еще 15 лет назад такие операции были редкостью. Сейчас же ситуация меняется. А кардиохирург Евгений Росейкин готов прийти на помощь как пациентке, так и коллегам, с которыми делится опытом. Случай сложен тем, что пациентка перенесла инфаркт миокарда, у нее множественное поражение сосудов сердца. Помимо хирургических навыков, тут еще важна готовность самой больницы, реанимация, анестезиология, проводить эти операции, выхаживать этих больных. Продолжительность операции, в ходе которой проводится и шунтирование сердца, и пластика митрального клапана, около 3 часов. Используется сложное оборудование, а доктор из Пензы объясняет все малейшие нюансы. Как, например, использование тончайшей нити. При соблюдении всех условий в будущем подобные операции в Ульяновске смогут выполнять и самостоятельно. Это все очень деликатно, и тут каждое движение, оно сопряжено, ты вдох, вкол, выдох. Зав. Отделением кардиохирургии Ульяновской областной Александр Юдин более 5 лет назад работал в Пензе под руководством доктора Росейкина, хотя общение за годы знакомства не прекращалось. Я считаю его систему организации работы и подготовки молодых хирургов, она, наверное, уникальна, и я, честно, больше не встречал нигде подобного отношения. Мы до сих пор постоянно согласовываем с ним больных, он в любое время дня и ночи консультирует нас. При этом Ульяновская областная больница намерена заниматься и другими видами операций на сердце, которые раньше были недоступны. Однако и отправка пациентов в другие регионы была сопряжена с трудностями. Теперь же, благодаря сотрудничеству с Федеральным кардиоцентром в Пензе и другими лечебными учреждениями, может произойти сдвиг. Это протезирование клапанов. Вот. А совместно операции в один момент АКШ и протезирование клапанов, так называемые гибридные операции. Вот. И операции по поводу опухоли сердца. Что же касается ульяновской пациентки, пензенского кардиохирурга, то восстановиться она может как за пару месяцев, так и за несколько дней. Такие случаи тоже бывали, и каждый из них индивидуален. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.